9 октября стартовал заключительный третий этап польского чемпионата по ралли-рейдам Баха-Дравско-Поморске. Сразу 4 гонщика имеют шансы на титул чемпиона. В этом году в Польшу приехали спортсмены не только из соседних Чехии и Словакии, но и гонщики из Литвы, Голландии, России, Латвии. Среди заявленных 38 участников есть достаточно именитые спортсмены. Лидер чемпионата и обладатель Кубка мира 2018 года Куба Пшигонский на Toyota Hilux. Многократный чемпион Польши по ралли и ралли-рейдам, призер Дакара 2015 года Кшиштоф Холовчиц на BMW. Четырехкратный чемпион Польши Мирослав Заплетал на Хаммере. Но эта гонка станет еще и дебютом в категории Т1 для российского пилота Василия Грязина. Он буквально несколько недель назад выиграл на этой трассе Баку Польши в категории Т3. Несколько дней назад стал чемпионом России по ралли. А на этой гонке экипаж Василия Грязина и Олега Уперенко едут на автомобиле Mini All4 Racing команды X-Raid. Накануне Василий впервые познакомился с машиной и проехал на ней первые километры. Победу на 18-километровом прологе, который проходил на танковом полигоне, одержал Кшиштоф Холовчиц. В 11 секундах от него финишировал открывающий трассу Куба Пшигонский. Третий результат в 15 секундах у семейного экипажа Михала и Юлиты Малушинский. Василий Грязин и Олег Уперенко финишировали на 7-й позиции в 24 секундах от лидера. С экипажем произошел курьезный случай, так как им пришлось буквально остановиться на прологе, ведь на трассу вышли два зубра. Как объяснил позже Кшиштоф Холовчиц, на этом танковом полигоне сейчас не проводятся учения войск НАТО, нет взрывов, поэтому вернулись и зубры, и другие животные. Но интересно, как минимум. То есть машина интересно едет, да, где-то чуть жестче проходят какие-то ямы, кочки, чем баги, на которые мы ездили. Но мне прям очень понравилось. То есть, да, в паре моментов мы и на двух колесах поездили на спецучастке, и чуть начал я позже тормозить, выехали из поворота. Но интересно было. Так это... Прямо я от каждого момента здесь кайфую. А что представлял собой трасса пролога? Ну, на самом деле, трасса пролога представлял лесную дорогу, ну, как бы, с кучей кочек. Вот. То есть, да, были моменты, когда уезжаешь в лес, когда уезжаешь в поле. В поле, да, себя чувствуешь более расслабленно и можешь затормозить попозже, выехать чуть дальше в поле на торможении, если немножко ошибся, что я и сделал пару раз. Ну а так прям классная трасса, мне понравилась. Служб было не так много, все супер. А совсем недавно ты же выступала на другой гонке. Да. Расскажи, как из одного вида спорта, из одной дисциплины автоспорта переходить в другую? Ну на самом деле дисциплины похожи, только там есть стенограмма. То есть да, я был на гонке в Пскове, это был этап чемпионата России по ралли. По ралли, вот, и соответственно я там... выступал, и да, здесь немножко тяжелее из-за того, что нет стенограммы. То есть едешь по глазам, смотришь поворот, в него заезжаешь, и вроде бы уже все хорошо, едешь в повороте, начинаешь плавненько разгоняться, а ты смотришь, что поворот в конце становится еще круче. И начинается небольшая работа с автомобилем, можно так это назвать, наверное. Ну а можно так назвать, что ты стал чемпионом в России по ралли? Ну да, я сейчас уже, мы выиграли с моим штурманом все этапы чемпионата России по ралли и, да, взяли титул чемпионов России. Поэтому в данном случае, да, уже я нахожусь на этой гонке как чемпион России по ралли. Даже самому не верится. Как бы, я просто Вася, давайте, никакой не чемпион России, просто Вася. Классная машина, классный Олегович, все круто. Добрый вечер, дорогие телезрители, ведем репортаж из Польши, финишировали qualifying stage, проехали пятыми, ну, все прикольно, здоровски, но у нас было приключение, нам везет, у нас сегодня вышли зубры, прям вот мы ехали, и они на дорогу, мы вынуждены были остановиться, ну, какие-то потери, там, 4-5 секунд произошло, они метались, две штуки, мы между ними так, в общем, ну, прикольно, а так классный доп, чуть грязновато было, ну, здоровски.